Тере-тере, всем огромный привет. Продолжаем субботним влогом. Мы едем в зоопарк. Вот как в утреннем влоге мы сказали, у нас в планах ехать в Тарсус. Там интересный зоопарк. Вот мы отзывы почитали, посмотрели фотографии. У них есть свой канал Инстаграм. Почему бы нет? О, Инна. Инна пешком все спускается с 10 этажа. У нее утренние зарядки. И рассказал, что надо тоже так начать ходить. А я буду на лифте спускаться. Теплый денечек, куртка одета на всякий случай. Может, дождик будет, может быть, по прогнозу погоды. Даня ехать отказался. Да, Даня на тренировке футбольной. София с нами едет. На Софии где-то бегать с детьми. А, нет, вот София сзади. Кристи тут. Здравствуйте. Да, тере-тере. Все, садимся, поедем. Инна проверяет машину, делает обход каждое утро. Есть ли царапины или еще что-то. Загружаемся. Я уберу. На всякий случай взяли куртки. Мало ли. Садимся, да. И ты запрыгивай. Кристи села. Вот, Тасуля, все. Так, давайте еще пухленького посадим, Кристи, например, меня. Пускай Инна впереди сядет, да. Нет, садись вперед. Все, уже. Не. Кристи, сюда, ты сюда. Давай. Давай. Она не хочет. Я люблю, пожалуйста, почтение королеве. Она не хочет. Это ее президентское место. Она любит вот сзади, понимаешь? Ирина, сюда. Тогда садись вперед. Почему? Не. Садись, Инна. Мы блогеры, мы будем снимать. Софочка, нам надо обзор. Ничего не надо, Мариус, уже в этой жизни. Ее, да? Ага. Так, Ира, держи камеру. Зачем Ирине держать камеру? Зачем мне камеру? Ну, поснимаешь, как мы выезжаем. Зачем это? Кому интересно? Держи, а там уже съемка идет. Подожди-ка. Я блогер. Что, он не застегивается, Соня? А маме не надо там. Садись, пожалуйста, аккуратно, хорошо? Да. Не работает эта штука, я заметила давно это. Мы поели, мы не голодные. Будем спокойно ехать. Я блогер. То есть ты когда голодный, да? Не надо. Вчера вечером голодный был? Правда, что посреди этой? Не помню. Так, что-то я не так выезжали. Как хорошо, что это все фиксируется? Ой, не знаю. Ну, так мы еще не выезжали задом. Задом, да. Потому что так паркуют машины, что... Другим не выехать. А мы так до Тарсуса доедем. Детей нет? Мерседес Киа. Мы сейчас поедем. Деньги надо поменять. Лиры были. У меня есть на карточке деньги. Мы рассчитаемся там карточкой. Нет. Лира, потому что если мы поедем на арабскую... У тебя есть деньги? Там по карточке нельзя платить. Где? На арабской. Если мы поедем на арабскую улицу, либо же печь. Сейчас, секунду. Все орехи съела. Да. А мы поедем ведь? У меня есть деньги. Сейчас. Сулечка, на 50 километров. Или на другую улицу поедем. Я сейчас ключи положила, чтобы не потерять. Правильно. Вот так, ну отправляемся в путь. Деньги. Сейчас вот Соня все свои сбережения папе отдаст. Все, у меня больше нет. Выехали на окружную дорогу. На какую? Окружную. Ну хорошо, окружную. Да. А что, я неправильно говорю? На объездную. На объездную. На окружную. Окружную. Ну, как правильно? Объездная дорога. Да, объездная дорога Мерсина. Смотри, какая трасса шикарная. Автобан. И впереди у нас прекрасные горы. У Иры уши заложило. Правда? Правда. Ты правда смотрели туда? Да. Все, едем. 54 километра осталось ехать там. Машина с российскими номерами, 43-й регион. Это какой регион? 43-й, не знаю. Кстати, Россия — это огромная страна. Станет все очень скоро. Thank you.
кофе-паузу. Какую кофе-паузу? Ирина говорит, что нам осталось 25 километров. У тебя, Ира, такой кофеман, там 8 осталось километров 20... до Тарсуса. Нет, 20... нет, нам надо с другой стороны Тарсуса. 28. Ирина, у тебя такой кофеман, она сказала, не будет. Ну, чай, кофе. Чай возьму. Чай, Ир, тут, кстати, хорошее кофе было. Помнишь, мы тут останавливались? Я помню, потому и говорю. Вот тут мы сидели за этим столиком. Ну, давайте мне вообще кофе. Давайте уже. Может, айранчику, Инна? Айранчику? Да, жарко, а? Кристи хотела выйти. Закрыть запад. Ирина умеет сказать свое слово. Идем. Парит как-то. Парит, это перед грозой обычно. Может, потому что... Мы в таком климате живем, поэтому и парит. Ну да. Ой, сюда? Мераба. Айран вар? О. А кофе? Нескафе? Латте? Латте? Некадар? Сколько? От успеш. 35. Ага, тамам. Та латте. Ikitane latte. Ikitane latte. Ayran bir, a ty sko- Чай. Ikitane чай. Iki чай. Iki. Посмотрите, путешественники. Утомились, да. 20 километров проехали уже за это, чай приехали. Кристи сигарета, кофе, ментол. Классная погода. А что ты в куртке? Я вот буду вот снимать, буду снимать. Не, дай я покажу тебя. Давай. Посмотрите на него. А что ты все делаешь на камеру? А вот надо показывать. У тебя что, вся жизнь? А то я говорю тепло, а сам в куртке хожу. Вот. Скажут лицемер. Да. Они так пишут. Присаживайся. Я не хочу сидеть. Я бы вот ножки размяла. А можешь... Зум сделать в ту сторону, показать. На, Марио, свой туман. Телефон бери в руки. Давай. И делай хоть зум, и хоть что. Давай, покажу. А людям. Я отпускаю. А, я держу. А то я отпущу, а ты не возьмешь. Да. Вот, смотрите, я сейчас приближу, как красота там вдали. Ирина, мы будем в зоопарк, как это закрыто. Да, Ирина, правильно поняла? Не подъедем? Если мы так будем останавливаться... Чай-то надо кофе выпить? Что это такое? А почему ты так отурчанился? Сними мою кофту. Смотри, как красивая. Красиво. Снять кофту тебе? Сними, на видео. Ну так. Снять кофту тебе? Красотка. Вот, молодец, в шлепанцах, а я в этих. А так тепло, Марус. Надо переобуваться. 21 градус, ну что это такое? Шлепанцы одевать. Ира в кедах. Надо... В шкафу найти наши эти сандали. Конечно. Рановато мне. Рановато? Для меня. Да? Нет. В Эстонии я уже вовсю в такую погоду ходил. Конечно. В открытой обуви. Я посмотрел по карте, нам оказывается 17 километров всего лишь ехать. Это минут 15. Чуть-чуть. Ну, 2 часа дня будем в зоопарке. Родственники наши ждут там. Опять мне брался? Иди. Перестань снимать. Где подлавливаешь? То, это тот дома там. Мы, камеру. Мы в зоопарке проголосуем. За кого? Все, отключаемся. Приехали в зоопарк, который находится в Тарсусе. Не могли снимать, потому что у меня был навигатор включен в телефоне. Какой красивый город Тарсус. Прямо изумительный. Боже мой! Что ни слово, то вранье. Какой красивый город. Боже мой! Красиво. Фонтанчик.
Сейчас надо билеты купить. 208 автобус ездит сюда. Мало ли, если кто-то на автобусе хочет. Прям все приехали здесь, и все по кругу, а парк старт. Старт, ну-ка, стоп! Что-что? Куда мы идем? Какой зоопарк? Не зоопарк это? Куда он приехал? Навигатор сюда привез. Сейчас посмотрим, сколько билет стоит. Зоопарк всегда. Я Опасно тут? Ну, животные либо приближаться, либо трогать, что-то вот это. Ее правила посещения? Да. Кристи сфотографирует, переведет правила. Вот это точно животное. Ага. Ир, держи, тогда телефон снимай, я буду билет. Стоимость билетов какая? Да, пойдем, покажем. Пойдемте смотреть. Вроде 50 лир и 25. 25 лир, наверное, детям. Ученикам 25, всем остальным 50. Платить наличкой. Смотри, какие цветочки тут красивые, солнышко. Высажена клумба. Кимлик, а мы с Афин, Кимлик. Ну, видно же по ней вроде, что она ученица. А, Сонь? Нет, может, у кого вид на жительство дешевле будет? Не знаю, он никакой. У меня Софин нету. У меня тоже. Да, естественно, она очень. Так, подожди. Скажи. Сколько у нас? Четыре. Дорт, пиши, вверх тебе идет. А ты сейчас там. $225, так. 4 взрослых, 1 ребенок. Отлично. Пойдемте гулять в зоопарк. Мы справились. Инночка, хайванлар – это животное, поэтому это 100% зоопарк. Мирова. Марус Бэй. Давай телефон. Будем вам все снимать. Ну давайте, да, отсюда пойдем. Подряд будем смотреть. Кто-то там пищит. Это хорошо. Погода отличная. 16 марта сегодня, суббота. Парковка забита машинами, что народ гуляет тут. Сейчас будем сравнивать с сталинским зоопарком. Песня там. Кто это? Петухи, сейчас покажем. Вот этот красивый. Вот эти красивые. Вот он там, смотри,
посещают. Кто это? Я замолчала. Что это за? В Африке есть они. Я прочитала. В Африке есть? Да, угу. Ну все, ребят, мы в зоопарке. Какая прелесть. Какая прелесть, да? Это первая клетка еще. Он увидел. Кристи счастливая. Африканская курица. Интересно, какая она на вкус? А кто сказал, что это африканская, да? Написано. А тут, а как Африка? А. Это Южная Африка. Что там? Это вот, как, по-моему, это люди, которые спускаются. Уже спускает вот так вот. Павлин? Нет. А, вот, да, павлин. Инна, смотри, павлин. Павлин, у меня была не есть. А, ну точно. Там павлины были, это еще там куропатки, африканская какая-то курочка, ну короче, что-то такое. Я мусор собрать не могу. Кристи, тат копит тебя. Сейчас еще другой режим, да? Ирина, иди с дочерью. Иди Марию сидеть и сделаем общее фото. Давайте. Кофту сиди. Да. Так, Мариус. Иду. Давай. 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 А нет, вот это отлично. Все, вот это все. Все. Очень игривые. Ай-яй, я боюсь, она меня укусит. За палец. Белка. Белка. Хорошая девочка. Вот. Ловкая, ловкая. Орешек хочешь, правда? А мы орешки не взяли. Точнее, София взяла орешки, но их все съела в машине. Гуси, пеликаны, утки, все что-то в одном месте. Но там они более крупные, мне кажется, там вот вдалеке. Эй! Это у нее хватит. Как она черненькая.
какая красота. Чистенький зоопарк, видно, что ухаживают, убирают все хорошо. Нам надо диких зверей найти подальше. У моей Алиски такие дома. Тропическая. Павлины вот там мы снимали. Они у меня валали на каждом шагу. У Алиски такие красавицы. Ой, красавица. А, вот, змея. Где тут анаконда? Где она? А, вот тон, она. Питон. Питон, ага. А где его голова? А вот она, Марюс. Вот а, вот. Язычок сейчас тут вытащит, передаст привет всем. Это мы только 100 метров прошли. Давайте пойдем. Он увидит там. Наверное, туда сходим, посмотрим. Потом вперед. Были казаки же. Волки, тигры. Да. Надо было смотреть там вот при входе. Мне нравится аккуратный зоопарк. Красивый. Он большой, чистый. Да. А какой он должен быть? Здесь горы мусора? Нет. Все правильно. Разные бывают, да. Ландшафтный дизайн красивый, продуманный. Там, наверное, птицы, да? Орлы какие-нибудь. Наверное. Орлы, скорее всего, в таких высоких клетках орлы. Они же пытаются сделать более-менее приближенную эту среду. Они же высоко летают. Поросила? Это лежит. О. Орлы. Вот какие орлы. Орлы. Парис.
Козлы вон какие-то горные. Козлы вот тут ходят, тоже козлы. Так это в любой такой, так сказать, в любой деревне такой увидишь. Снежали где-то стоит? Ехать в зоопарк. А его, наверное, из окна. Я про тебя беру и шикарный зоопарк. Шикарный. Инна, кто там? Оленята. Оленята? Ты запах чувствуешь? Да. Ты так сказал, да, как будто бы прокинул французским. Сюда не будет.
Медведь. О, да, медведь. Отвернулся он, пошел, неинтересно ему с нами. Как ты, кыс-кыс-кыс, он не понимает, Марю. Кыс-кыс-кыс. Ой. Большой медведь. Мексоскватый, да? Да, Кристи правильно сказала, в лесу бы не захотели встретиться. Здоровый. Красивый медведь. Шерсть такая у него красивая. А почему вон те закрыты? Не знаю. Провинились, может быть? Нет, а может с медвежатами? Весна ведь? Они может, а хотя они в спячку же не уходят. Красавец. Тебе бы в лес на волю. Ого. Ого. Я вообще не Инна общается с другом. Мишка, Мишка, Мишка. Куда ты смотришь, Мишка? Надеюсь, он не вырвется из этих клеток, не сожрет меня. Он может. Достаточно серьезный зверь. Ага. Знаете, что у меня до него метр? Метр и две огородки. Медведя увидели. Лев тоже есть тут, но он спит. А аквариум семейная. Аквариум можем сходить. И это, чтобы вы понимали, мы еще в начале зоопарка находимся. Попугай. Гиена там вдали. А вот здесь кто? Там аквариум. А вот в этом бассейне? Нет, там в доме. Сели на скамейку отдохнуть. У меня спина отваливается.
Мария, знаешь, что говорит? Что? А давай ты найдем мне на день такую машинку, чтобы разъезжать по территории. Я говорю, Мария, зоопарк уже закончился. Я говорю, тут там еще большой. Максимум еще столько же, сколько мы прошли. Максимум. Да, скорее всего. Потому что, как правило, такие животные всегда в середине. Я пошла смотреть волков. Что мне понравилось, клетки тут большие, барьеры. Не во всех бывают такие маленькие клетки у животных, а тут у них хоть простор есть. Мы с Кристи сравнили таллинский зоопарк. Он у нас тоже красивый, но условия там не такие хорошие, как тут. Тут более просторнее, да. Более просторнее для животных. Жалко, конечно, животных. Их бы всех выпустить на волю. В Таллине классная зона для белых медведей. Ну да, да, сделано. Можно посмотреть через стекло, как они купаются в бассейне. Медведь классный, ничего не скажешь. Да. Но встретиться с ним в лесу уже нет. Упаси. Не надо. Молодец, он такой приветливый, он всех встречает, со всеми детками там сидит, детки его рассматривают. Вот, смотри. Показывается, вообще, показывается, да. Довольный, ему нравится вообще общение. Пойдем. А мне тебя страх всегда. Эй. Магомика. Наши дорогие, давайте прогуляемся в аквариум. Вот впереди небольшой домик, там аквариум имеется. Какая красивая природа тут, столько разных видов деревьев, пальмы, кусты, цветы. Вот, нам надо такую машинку. Было бы удобно тут ехать. Заходим, заходим. Thank you.
Летом. Выходим из аквариума. София нашла. Вот я видел. Нам бы такую. Инна. На Балык базаре все такие на витрине. Нам вот эту машинку Мама, надо. У меня спина не болит, слава тебе, скажи. Давай садись вниз. Это же для работников. Пойдемте, Аня сказала, если там будут хомячки, я говорю, пойдем покажем. Я куплю их. Покажи. О, сколько? Это морские свинки. Разве это не хомячки? Хомячки? Это морские свинки, это не хомячки. Вот, я тоже знаю, что это морские свинки. Ну, вон там тут один такой легкой, он быстрее всех, он с таким кайфом тут плавает, всех сбивает. Это Мариус. Крутыш. Крутыш, да. Да, Сонечка? А вот он, по-моему, вот он вроде бы. Они все одинаковые, я, конечно, не могу утверждать, что это именно он. Но он такого жару здесь задал, мы с Соней офигели, да, Соня? Да. Молодец, молодец. Конечно. Их здесь так много. Эти загорают, это пихают на пляжу. Вот это такое растопыло. Что это тут съемка запрещена? Смотрим, смотрим. Красота. Инна, ты посоветуешь своим подписчикам приехать в Тарсус, в зоопарк? Ну, если они нигде больше не были, то да, конечно.
Стоит сюда приехать? Да, конечно. Какой номер автобуса сюда ездит? 208-я. 208-я? Да. Ну, видишь, тебе... Ну, это надо доехать до Тарсуса и в Тарсусе сесть на этот номер автобуса. И вас привезут. А стоит ли шкурка выделки? Да. Куда идем? Какие цвета красивые. Но нам надо в ту сторону идти. Время у нас 3 часа дня. О, гром, гром, гроза. Слышали? Ага, да, было что-то, да. Пойдемте, вот там машины какие-то ходят. О, давайте. Похоже. Лось может быть без рогов, да? Лось без рогов. О, лизнул. Красавец. Впереди верблюд. Какой красавец. Ama düştür çekti.
Окуни. Ого. Ого. Развернулся и ушел. Ого. Инна говорит, что жарко. Это так. Там речка идет. Ну какие цвета? Но все равно камера не передаст. Да, вот такие яркие цвета. Все так зелено, красиво. Вот тут, я так понимаю, большая черепаха должна быть. А нет, тут видишь запрет. Персонал. Значит, нет. Кто бегает? О, что-то да. Они, оказывается, быстро бегают. Кого он там гоняет? Барашка. Мне кажется, молодой какой-то, да? Глупый просто. Да. Что ты говоришь, Ира? Ой. Там Ира. Инна, что ты говоришь? Я говорю, пускай хоть сожрут друг друга. Давайте тут посидим чуть-чуть. Я хочу пить. Так мы сейчас купим где-нибудь, купим. Виски, кола. Королева танцпола. А. Позвони Ирине, скажи, что мы здесь. Скинь его карту. Мы здесь возле реки какой-то горной. Оттуда музыка сошла. Смотри, какая красота. Там шашлыки делают. Ну, шашлыки. Нет, сейчас нельзя, сейчас идет пост. Но они к вечеру готовят. Они не соблюдают. Они не соблюдают. Вот сидим сейчас на лавке сегодня. Отдохнем. Ой, может быть, отдохнем, да. Я вот буду сидеть на верблюдов смотреть. Я хочу пить, если честно. Я хочу тоже. Я хочу пить. Я хочу чай. Чая нет. Ирину мы потеряли с Софией. Ну такое себе. Ламы, вот они. Маленький родился. Вот они, папа, я же говорила, папа. У меня нет сока бывших. Да. У меня нет столько бывших, да. Красивые. Их бы помыть? Ну зачем? Зачем тебе их мыть? Все, идем в кафе. Тут рядышком кафе имеется. Посидим. Миленькие, знакома эта песня? Нет. Мне очень даже знакома, как она называется. Не знаю. Ну, она какая-то русско-народная. Она очень старая. Русская народная? Ну да. Пытаюсь как-то услышать получше. Нет, не узнаю. Не узнаешь? Вас в Риме. Хорошо, как можно речки увидеть. В хорошем месте, да, расположен? В хорошем месте, конечно.
Иди на фото. Долго еще. Все, слава богу, дошли до кафе. Сейчас выпьем чай, кофе. Привет, дорогой, привет, добрый день. А мы уже уехали из Мирсина, не старше. Кафе находится прямо около речки. Ну, тут музыка играет, значит, не получится снять. Мы быстренько покажем. Столики. Можно перекус тоже делать. Бургеры, картошка фри, тосты. Мераба, мераба, мераба. Мы тут кушать не будем? Или вы хотите? Ветрено. Заказали. Мы с Софией будем молочный коктейль, мороженое пить. Девушки Кристи и Инна будут айран и ролатте. И взяли на компанию фри картошку, одну порцию. Потому что мы все-таки поедем на Арабскую улицу кушать. Ну, когда приедем в Мерсин. Угу. Вот такой красоте сидим. Все, заказ готов. Запиликала. Идем. Вот, готов наш заказ. Thank you, Dream. Thank you, Dream. Яйца, коктейль. Вот, картошка всем. Кто кофе, кто айран, а кто молочный коктейль. Ну, с приятного аппетита. Да. Мы вот такой не любим. Зря. Ну, нет, ничего не зря. Так, давно у нас не было Тервисекс, давайте чокнемся. Подожди, смотри, Тервисекс тут же. Сам все сделал, у меня руки мокрые, очки не на голове. Главное начать снимать, чтобы вызвать эмоции. Да. Тервисекс, сам уже пьет, сам уже выпил. Какого Тервисекс? Давайте. Нет у меня трубки? Нет? Сейчас ладно. Надо спросить. Кто руки? Нет, никуда мы не пойдем ни за какой трубкой. Все. Буду из стакашки пить. Вкусный, но холодный. Все, перекусили, выпили. Теперь идем дальше. Что на выход. Ну, скорее всего, на выход пойдем. Угу. Это что, лисичка? Где? Ну вот. Какая? А, лисичка, да. Лисичка там. Крокодилов не увидели, вот жалко. Мы еще увидим, подожди. Ну да, надежда еще есть. Ну, это точно конец, потому что здесь река, тут уже никуда. Да, да. И вон там конец, правильно, правильно мы предположили, потому что видишь гора. Ну да. Леопард. Где ты видишь? Вот он, лежит. Ага. Пятнистый. Сейчас приближим. Неудобно снимать вот эти решетки везде. Двойные причем. Ну, спят. Сейчас попробую приблизить.
Смотри, там тупик. Как тупик? Ну, там... А вот дорога идет, вот пойдемте. Ну куда дорога идет? В кусты, что ли? Вот отсюда, вот там пройдем. Давайте посмотрим. Арис. Что посмотрим? Колодец глубокий. Вот этот колодец? Я думаю, там вода, да. Хочешь меня толкнуть туда, что ли? Да нет. Что так раз... Жена любимая говорит, пойдем посмотрим, колодец, она глубокая или нет. Ничего нету. Это просто так. А, да. Все. Восьмерка. Какая красота. Хорошо, что мы взяли куртки, чуть-чуть прохладнее стало. Вначале вообще даже жарко было. Сейчас как раз курточкой. Да. Сейчас до 4:30. 5:22. Вот азан. Издали, да, звучит. Берет пушок сняла. Что ты сняла? Да медведя. Ага, слушай, классно, да. Инстаграм себе сделаю. Довольная. Ну а что? Не каждый день такое. Я вообще рядышком. Ты видела, да, как хорошо я? Угу. Угу. Ты знал, какой оператор? Не запнись, блин, оператор. Еще повернулся, еще идет спиной. Вот наша компашка. Компашка, ну? Да. Марюсу только не хватает нашей компашки, но она снимает. Красавица. Да. Да, так получилось, тебе очень повезло в жизни. Да. А самая красивая здесь кто? Сонечка. А вторая? Жена. А третья? Потом мы с Кристи. Потом мы на одинаковой позиции. Но самая красивая здесь София. Это даже не обсуждается. А Мариус хочу сказать, он... А Мариус думал, что мы не знаем коллектива, что он самый красивый. Кристи очень хорошо знает Мариуса. 100% он этого ждал. Да. А кто здесь самый красивый? Вы не оправдали. Да. Да. А все, выход. А, кстати, да. Смотрите, как интересно. А ты хотел машину брать? Разъезжал здесь. Так это же надо же такое, а? Спина у него пересекло, сел, у него же в глазах потемнело. Чтобы как... А тут машин даже таких и не дают в аренду. Ну, я видел, тут одна ездила. Ну, это работники. Инвентарь возят, и хлеб развозят. И корм. Ой, смотрите, о, уточки, сними лучше уточки. О! Ирина, как утка? Ирина. А что такое погода? Пример. Потому что какое-то слово есть. Пример. Например. Месела, например. Месела. Ну ты не маленьких пони сними. Хорош нас снимать. Вот ты в зоопарк вот. Приехал, снимай животных. Нас будешь дома снимать. Сними любимых Сониных лошадок. А вот София ведь хотела увидеть. Приехал, да, в зоопарк снимай дело. Это Алиса, это... Ты вроде говорила Полли, нет? Нет. Белла. Алиса. Алиса где? Алиса вот. Они близняшки. Да. Вот это вот Алиса, вот это хорошая, это у нас была кто? Лошадка. Эй. Гель. А это у нас... Гюль, говори, Гюль. Гюль, это цветочек. Я не помню, кто это был. Тоже нет. Красота. Мы уже на выход, наша. Они могут схватить, да? Могут.
тогда я им башку-то заверну точно. Я же успею схватить ее. Ну, неужто она меня будет щипать, я ее не схватил. Схвачу, я щипаю. И вечером пожарим. Вот. Наши швычки. О, там Айс. Сейчас ребенка принесет. Кому? Ой, мамочка, как они поворачивают сюда. Ну, а ну, бля. А смотри, умные, пошли с другой стороны. Потому что видит сопротивление. Нет, смотри, идет. Инна, смотри. Так. Так, все, я пошла, если меня схватят сейчас. Так, ребятки, все. Тусуются втроем. Доброго дня. Пока. Конец влога, мы на выход. Инна, давай мой влог тоже закончим. Давай. Так, давай подытожим. Так, это было такое видео из зоопарка. Это был семейный поход в зоопарк. Ну, меня с Кристиной нужно считать? Ну как нет? Ну, мы же не все члены семьи, друзья. А ну, иди сюда. Так, Ирина, скажи свое веское слово. Тебе понравилось? Мне понравилось. Сонечка, иди сюда. Папа тебя хочет спросить. Что тебе понравилось больше? Дочка, что больше понравилось? Лошадки. Конечно, вот. Лошадки. Это даже не обсуждается. Короче, кому понравилось, ставьте лайк. И напишите впечатление, как вам. Кому не понравилось, тоже ставьте лайк. Да. Все ставьте лайки, пожалуйста. Пока. Огромное вам спасибо, пока. Что посмотрели. Пока-пока. Ай, какие красивые! Так обнять хочется. Почему их назвали пеликанами? Надо было назвать ангелан. Не пеликан, а ангелан. Ангелан, почему? У них крылья ангела. Но пеликан. Да, в принципе, имеет смысл, да, Ирина, как бы ты права. Ангелан. Вот какой красавчик.